Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет и смотрите продолжение ФФАшечки на восьмерых за Норвегию на Пангее. Какие цивилизации у моих соперников будем выяснять в процессе партии. Если же вы случайно наткнулись на это видео, то лучше перейдите к первой серии, всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а мои любимые жевжики-патрицы, спонсоры канала, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Большое спасибо вам за поддержку. Становитесь спонсорами канала, будете получать эксклюзивный контент, а весь остальной контент раньше других. Подожди, я же отправлял в Сарасбург. Блин, сейчас мне опять там расхреначат. Дамбу я ее уже отремонтировал. Будет плохо. Так, этот что, уровень просто дает? Ну, наверное, надо, пора валить войну объявлять. Давайте проверим, что я уже все купил. 100%. Древние, ну, стены мне не нужны. Я в стены, в эти, в сталеварение выйду и все там уже. Золотой, что ли, вышел? Да. В героический, да? А, вон на чем я. Валяться опять начал город от тебя. А, ну у него просто обычные стены. Ну, не обычные, там, средневековье, да. То есть это самолетом все будет разобрано. Еще и выполнил задание Женевы на что-то. Ну и что, и тут грабить нечего, да? Так, мне вообще надо копить деньги, просто купить, купить все лабы, когда я в них выйду, вот и все. И будет норм. Тут мы ничего не меняем. Если бы хотел заключить культурный потом с Конго. Канада, Конго? Да-да-да, слышу. О, тут, блин, вот эта хрень прискакала, вот это не очень хорошо. Пять ходов сейчас там посмотрим. Канада, ты можешь сойти со скота, пожалуйста? Чем? Под валомом у меня, рядом с границами, около Преслава. Спасибо. Так, контрразведка в дамбу. С
исследовательские гранты. Ну, я не хочу здесь. Хотя, слушайте, ну а почему здесь тогда не построить аквапарк? Какая разница, всё, эта клетка будет занята, правильно? Давайте. Я почему тем городом купил, вообще без разницы. Сейчас говоря, просто занимаю сейчас время передавать клетки, идти туда-сюда. Трачу время просто. Жилье. А давайте пригород, наверное, построю вот здесь. Ну и, кстати, наверное, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Да, в Ставангаре тоже надо аквапарк. У тебя и ко мне, и к этому, и к Канаде отваливается по городу. А там я нет, там я убрал нечаянно с этого. Сейчас верну, все, там нормально все. Губернатора я убрал туда. Ужас по лояльности какой-то. Ну, посмотрите, какие у них там находятся города в упоре. Вот почему Ханьдань не отваливается на Солкина? Она уже вроде не отваливается, кстати. Хотя... А, нет, отваливается, отваливается просто медленно. Что-то такое ощущение, что Лахор решил не строить маяк. Зиалдун там 76 ходов, это из-за того, что героическое, да, поди? Я просто темный опять. Конго-то героическое. Нет, так он Зиалдун же к тебе отваливается, нет? Нет. Красиво, тут, конечно, у Канады. А, ну значит, так... Все. Нормально там протереть. Ну еще раз повторю, вот это, вот эти, эта наука, это за слабыми. Тут не видно кампуса, да? Самолетик давайте в Сарасбург. Ну, пока стою, там, я просто боюсь, что у нас какая-нибудь придет, например, да? Этим рабочим надо потихоньку к Валетте подходить, ремонтировать, ну, там, либо что-то новое строить. Так, в Нидоросе. Не знаю, театралку как-то не особо охота. Хотя, конечно, мало... Мало культуры. Тут, конечно, прикольно с двумя. Слушайте, а давайте точно вот здесь. Давайте я сделаю рабочего. И здесь театралка у нас будет. Уберу лес там. Вообще не вижу причин, почему нет. Так, здесь у нас колесо обозрения. Здесь я все отремонтировал. Аквапарк тут не надо. Давайте, наверное, тоже еще рабочего. И потом исследовательские гранты.
Сколько науки? Да. Куда она улетает? Кто? Кто скиф? Кто науку этого, посмотри. А, и у скифа тоже, наверное, оставить так. Все улетают, что тут сидеть? Правильно все? Че? Так, мне до лап буквально 3 хода, да? Ну, мне надо, вот мне просто надо было в компьютеры реально. Без этого никак. При этом, почему я мог себе это позволить? Потому что у меня нету рядом соседей, которые были бы лучше меня в технологическом плане. Что голландец, что японец отстают. То есть я могу спокойно туда зайти. Магнуса дальше. А Амани давайте назначим, где-то у нас было 4, в Женеву. Чтобы до 6 довести там. Дальше 6-го посла давайте в Кардифф, чтобы работала на электростанцию. И у нас надо на Ланду и Болонью до 6 доводить. А, еще Хатуса до 6 уже доведена. Отлично. Должен забрать, мне кажется. Или я сейчас потеряю корабли. Да, вы прикалываетесь. Блин. Блин, чуть-чуть не хватает. Может попробовать это и все-таки. Конго, сделка. Так, и... Блин! А меня сейчас все убьет тут. Фак, мне вообще даже захватывать нечем будет. Поспешил. Лёша, а вот мог обстрелять. Обстрелял бы этим капером, захватил бы город. Да он не построит никак. Ладно, давайте... Разграбим и мир заключим. Массовую борьбу надо идти. Ну, сейчас меня убьется сейчас, скорее всего, каравелла об город. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Ну, каперы не видны, так, на всякий случай. Напоминаю. Просто буду ногою подсвечивать.
О, блин, а тут... Ну, тут пускай топит. Что тут утонет? Какая-то из этих клеток. Я не буду морскую плотину 48 ходов строить. Хотя я тут ничего и не разграбил, тут и обрабатывать нечего. Есть химия. Пошли в уран. Причем тут что-нибудь пока не меняем. Тут прямой наводкой в коммунизм. Блин, корпуса надо поделать. Но, к сожалению, с морскими юнитами это не пройдет. Предложение. Ответное. А я только что предложил этот товар. Я тебе верну 100. Так не могу. Если сколько ты мне вернешь? 150 хватит? 200? Окей. Сколько? 200. Окей. На следующем ходу верну. Выгодно. За два хода удвоение. Ой, за ход точнее. Штонгс. Я не могу во всех. Тут самый быстро строящийся... Лаба, поэтому здесь я строю. Так, ну сейчас я должен... Блин, 563 у скифа. Найс. Да, слушайте, ну мне нужен космопорт, чтобы увидеть карту. Ну и, соответственно, скорее всего, мы под лодками пойдем в скифа ядерки бросать. А он, скорее всего, сейчас будет в улетание. Почему-то дед любит именно в улетание поиграть. Да, видите, он единственный в ракетостроение вышел. Кстати, надо бы здесь... Закончил уже мои мучения, я только рад буду. Оружейную купить военного инженера и поставить аэродромы здесь. Интересно, стихийного бедствия. Я везде вообще купил лабы. О, в столице не купил. Я ж тебе еще деньги не отдавал, Леша? Нет. Все, возвращаю. Кстати, а голландец, а ты мне 250 вернул? Да, я ж тебе кидал сделку и сказал об этом. Да? Что-то я пропустил, ладно. Да.
И так это, спустя две эпохи такой. А ты мне деньги возвращал? Держу руку на пульсе. Пациент умер. Блин, еще тут строители у нас. О. Галера японская. Не, вы оба лидеры, давайте без этого. Без помощи. Против. Против всех. Подожди, но я пострадал, я не лидер вообще. Помогите. У тебя 333 науки, ты о чем? Ну, против. Там у людей 500. Ну, а у людей 130 есть. Жалко, Окленда нету. Окленд бы мне тут вообще офигительно. На победу есть ограничения? В смысле? 180 ходов победа. У нас ограничение. Любой победой? Да. Так, слушайте, мне нужно юнит. Какой-то купить, чтобы ногою за... Ну и вообще, как бы дальше захватывать. Да, придется... А, он же тут появится как раз. Так что давайте... Кавалерию. Так, посмотри, ждем. Так. Три. Наланда или Болонья? Давайте на Ланда. Китай. Сколько там у меня мани еще? Два хода. Так, проверка, что у меня везде куплены лабы. А во. Здесь еще не куплено, денег сейчас нету, но вы держитесь. О, мне тут ученый нападал. Нанотехнология, расщепление ядра, общевойсковая бригада и технология скрытности открылась. Так, может все-таки... Так, во-первых, сталеварение сначала, потом нефть открою, потом все-таки ракетостроение давайте, и потом только уран. Так, ну тут стоим пока бомбардировщиком. Некуда его перебрасывать. А, вот раз канадцу. Так, подожди, Болонья. О, давайте я в Болонью отправлю, чтобы на одного посла меньше туда было посылать. Я думаю, что мне надо Наску захватить сначала. Кто
Кто кому войну объявил в итоге? Канадцев на меня напал. Ноутбук, он объявил Конго. А мы в союзе были. Так, значит, здесь вырубаю под театралку. Перебрасываю еще этот самолет. Производство дают это к минус к престижу рядом с клетками. Да. Да? Блин. Так, торговец, аквапарк. Продолжим исследовательские гранты. Конго, предложение. Давай такой. Читай предложение. Так, подрыв плотины, хищение технологий, срыв ракетостроения, давайте. Так, ну тут надо куда-то техи тырить на самом деле. То есть Крика, ну вот я не вижу Канады, у меня только один, точнее, я вижу. Давайте, а Конго нет, Конго, вот, мне надо, а, так это Китай, в Японии жопа, ну, в Кри, наверное, у Кри будем воровать. Дает необходимое количество послов, чтобы стать сюзереном города-государства. Всем удаляет... О, слушайте, а вот этот классный чувак, причем довольно много ГГшек на воде, та же Болонья, Хатуса, да? Лахор, например. Только себе пригород скорее надо. Еще крабы. Вот это все надо улучшить рабочим. Не, кстати, у меня нормальные места. Очень приятненько, но чисто посидеть в развитие поиграть. Вот тут у народа больше проблем было. Они тут все соседи. Тут скиф где-то развалившись как барин. Хотя, может, и Канди еще забрать. Так, Валетта побеждена. В Женеве 6 послов теперь, да? То есть мне только в Болонии не хватает. Слушайте, я бы, наверное, Маскат засоюзил. Кстати, Маскат, по-моему, что-то очень круто. Да, довольно... А, с центром коммерции. Это только для... на один город у меня. Может, кого-то лишить какого-то города... Вот какой из научных все-таки самый крутой? Махавихару строить. Болонья, одно очко. Так, а где? Тут вот 12 мне добавится, а тут вообще 15. Так, может, в Хатусу тогда? Наверное, в Хатусу надо будет. Что-то дед туда аж 15 послов отправил. У меня там Амани сидит прям.
Так, можно железную дорогу проложить. Давайте, наверное, еще юнит проатакую. Слушайте, а тут тоже давайте пригород сделаем. Так, исследовательские гранты, центр коммерции. Плюс один. Кстати, в итоге ромашка-то неплохая оказалась. Что, Канди со мной в войне? Нет, вроде. Он тут юниты повел. Не знаю, не хочу я Канди захватывать. Честно говоря. Так, археологически надо. И Магнуса до коопераций. Сейчас в Нидоросе дофига должно быть производства. Блин, а что, этот лабу не купил? Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Тут еще надо будет кампус. О, тут еще дамба. Ага. Давайте тут. Не, ну я уже каналы тут не строю. Ну, кстати, пригород тут. Канада, продолжение. Давайте вот сюда пригород поставлю. Thank you.
Да-да. Внутреннее море открыто. Смотри на карте. Ну, наконец-то. Можно плыть. Да, и посмотри это на Маскат. Вообще какой-то... Итак, а там как? Корабль отваливается. Да, я вижу. Я жду, когда у нас союз кончится, чтобы... Сейчас карточки поменяю, чтобы выжить. Если выжил, если ты... Не, я ничего не... Ну и чё, у меня даже... Ногой по лояльности я нету, жду, а может он там в темном веке? Буду счастлив. А, Япония в темном веке. Сейчас, по идее, не должно отваливаться. Я постою здесь. Или захватить Канди. Да ну. Надо бы, наверное, карточку поставить, чтобы быстрее шпионы работали. Ну что, я уже Скифа практически догнал, правда, там канадец полетел теперь по науке. Но мне нужно космопорт построить. Какой-то хардкор гейминг тому в Китае. Да? Да. Чисто, я чтобы знаю, увидеть карту всё. Большие города рядом в упоре. Только из-за того, что ты... Я всё равно, ты в золотом или в каком-то веке? Тебе, Китай 100% надо было японца брать. Я вам свой союз заключил, и так я не осмелился. Да, у меня с ним союз. Ну, так не сейчас, я вообще имею в виду. Ну, вообще, да, стоило. А смысл тоже, вот, что мне дало бы его территории? Да, ты бы... Блин, чуть-чуть не дали. Да, я не уверен. Типа, кампусов у тебя нет нормальных. Ты уверен? Ну, так, по крайней мере, то, что я вижу, вот эти два кампуса, когда я стану их владетелем, на них не будут действовать бонусы так, как есть у тебя. А, ну да. У меня же, когда я захочу, тебя не будет действовать твой бонус японский. Так, тут, по-моему, тырение. Да, хищение технологий. Все, обработано. О, крабы.
Так, объединены у меня тут все. Нет, не все. А, мне надо производство сначала поставить в городах. А, тут покупаем археолога. Мне надо вот отсюда убрать эту штуку и здесь поставить космопорт. Поэтому я отложу производство. Что я тут я не хочу, естественно. Вот я на этом месте космопорт поставлю. Так, что здесь? Я не думаю, что мне надо много космопортов строить. Я... Хотя, блин, 180 ходов это вполне можно улететь, честно говоря. Там ничего не строю. Но тут надо подумать, где в других городах делать космопорты. Но сначала мы будем все равно делать ядерки. Да, тут мы ничего не строим. Ну, голландец тоже. Ну, вот нормально. Мы с голландцем, кстати, сейчас друг дружку очень хорошо бустим. Я бы здесь не... Я бы с голландцем до конца уже дружил, даже если он будет выигрывать по науке. Если Леш захватит, я думаю, союз продолжать не будем. Я тебя тоже попытаюсь захватить. Я монгол против. Ну, он у меня в упоре находится. Ты не успеешь. Что? Он у меня в упоре находится. Ты даже не успеешь. Ты давай. Что я не успею? Захватить его города до конца. Чувак. Я сейчас захвачу твои города вместо его. Тайюань, например. Вот Тайюань просто сейчас за один ход упадет. Как только ты объявишь войну Японии. Надо как тут засветить, конечно. Надо купить кого? Кавалерию тоже. Хатусу пойдем. Так, где он появился? За горный тоннель даются очки, если первый делается или нет? По-моему, да. Даже если не первый. Ну, просто раз ты у себя сделал тоннель. Да, даются. За первые 3 очка. Ты у тебя первый в мире? Первый в мире, да. Первый. Вот это должно отваливаться. Да. Как у тебя отпадает город-то? Неужто все по лояльности плохо? У кого? Ну, Акаяма по лояльности отпадывает. Так вокруг же твои города, блин, как ты себе представляешь? И столица вон рядом. Ты как думаешь, не отваливаться она будет? Ну я же даже не в нормальном, я в темном вообще. И что? Там от количества жителей. Строителя, чтобы этот уголь починить. Там мне, наверное, придется просто на монгола, на Китая нападать, тупо потому что
А что, у меня эти города будут отваливаться? Амвемба, то есть, что бы случилось? Я не могу не захватывать. Чего? А куда ты потратил деньги, у тебя на луки 200 заход? Что случилось? Ты тоже воюешь с кем-то? На меня скиф напал, да? А-а-а. Почему мне не кинулась война? Голландец, предложение. Спасибо большое. Так, а сколько тут? Слушайте, 3,5 вообще это можно держаться. Ты в Осаке строишь Эйфелевку. Я строю чудеса, хоть что-то будет полезное. Да не надо так делать, ну. Ты лучше строй армию и борись. Я не хочу, я уже не должен сдаваться. Вперед. Блин, а что это столько несчастья у меня? Может, с кем поторговать? А, у него есть чай. Скиф предложение. Так, кто там еще был? Кри. А что там Т3 экономически дает? Там что-то с городами-государствами. Кри предложение. Просто открой, вот там написано, третий уровень позволяет разделить уникальный бонус сюзерена с союзниками. То есть, грубо говоря, вот я сюзерен Кардифа, по идее тебе Кардиф дает то же самое, что и мне. У тебя должно быть электричество в гаванях. А ты союзник Бандар Брюнея, значит мне Бандар Брюнея, что там, ваши торговые посты, ну вот это должен давать, по идее.
На этом пока все. Спонсоры канала продолжения могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Играйте в умные игры, слава Украине и живе Беларусь! Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк, комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.